Более 2000 мулот дикарася спасено от заморов в Западно-Казахстанской области. Риск массовой гибели рыбы возник в отшнурованном водоеме реки Чиган. В целях недопущения замора рыбинспекторы достали из-под льда рискующих погибнуть карасей и выпустили их в русло реки Чиган. Сообщение о том, что в черте города задыхается рыба, в областную рыбинспекцию поступило от неравнодушных горожан. Специалисты незамедлительно выехали на водоемы и произвели спасательные работы. Мы приехали в это место, вот, спасли рыбы, вот, спасаем молот карася. Просьба населения сообщать о заморах по телефону рыбинспекции 26-48-20. Молоть рыбы, которая могла погибнуть в изолированном водоеме поймы реки Чиган, выловили и выпустили в русло реки Чиган для улучшения условий, где ей будет проще вырасти и давать новое потомство. Спасенная молоть рыб, которая была на пойме выловленная, в данное время выпускается в естественную среду обитания, более жизнестойкие водоемы реки Чиган. Отметим, что за 21 декабря текущего года от кислородного голодания было спасено более 2000 молодей карася. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42.